Ғалымдар Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қазіргі жағдайына алаңдап отыр. Себебі соңғы жылдары ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген сәулетті нысанның бөлмелері мен күмбездеріне ылғалдану, тұздану және құздану белгілері пайда болған. Ал оның алдын алу кезек күттірмейтін мәселе дейді мамандар. Сондықтан Түркістанда халықаралық ғылыми тәжірибелік семинар ұйымдастырылып, ғалымдардың ұсыныстарын тыңдау мен негізгі себептерді анықтау жұмыстары басталып кетті. Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің сақталу жағдайына байланысты халықаралық ғылыми тәжірибелік семинар өз жұмысын бастады. Аталған семинарға Қазақстаннан бөлек Өзбекстан, Әзербайжан елдерінен келген сәулет құрылыс саласының мамандары қатысып жатыр. Негізгі мақсат тарихи нысанның негізгі мәселелерін анықтап, оны шешу жолдарын қарастыру. Сегодня мы проводим научно-практический семинар международный по вопросу сохранности памятника ЮНЕСКО мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи. К нам приехали ученые с Азербайджана, с Узбекистана, наши общественные деятели, ученые наши приехали. И вот таким, это, еще раз хочу отметить, научно-практический семинар. Мы хотим выработать основные, выслушать, во-первых, предложения. Сначала у нас будет отчет мониторинговой группы и в целом о проблематике, которая есть, о достижениях, о проблематике. А потом хотим выслушать наших коллег. И хотим предложения, которые поступят именно касательно вопросов сохранности, мы будем включать план, который будет утвержден на уровне министерства. И в целом главная задача, как вот отметили наши ученые, это вопрос сохранности мавзолея для будущих поколений. То есть план этот будет план развития. Какой-то конкретный короткий план на короткий период, а все-таки план развития. Хотим сегодня больше поговорить с учеными, послушать их мнение, и базовое предложение именно ученых лягут в основу этого плана. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген бірегей сәулет ескерткіші. Кесененің қазіргі таңдағы сақталу жағдайына бақылауды күшейту, бөлмелері мен күмбездерінің ылғалдану, тұздану мен құздану себептерін және оларды шешу жолдарын анықтау күн тәртібіндегі негізгі мәселе болып отыр. Ескерткішті ең бастап сақтап қалу керек қой. Ең басты біздің байлығымыз осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ғой. Сол мен өзім ойлаймын, мына енді дәл алдына дейін осындай біраз өзгерістер жасалды. Мынау көгалдандырып жатыр, оларды шөп егіп, жаңа суғарып жатыр, басқа қылып жатыр. Сосын мынаның алдында уақытында қыш болатын. Ол қыш кірпіш деген өзі күйген болса да, ылғал ауа шығып тұратын. Мысалы, нам болса да шығып тұруға оның кебуіне сондай мүмкіншілік болады. Кейін осы неге байланысты, мына енді үлкен басшылар басқа келеді деп па, бәрін ауыстырып, мысалы, мынандай тас жасады. Тастан бері қарай ылғал шықпауы мүмкін. Сонда дуал арқылы, көп деген ескерткіштерде дуал арқылы шығады. Соңғы өзгерістер, бәріңіз байқап жүрсіздер, мына Фейсбукте де жазып жатыр, дуалдарда тұз шыға бастады, ылғалдық байқала бастады. Енді соны зерттеу керек, қарау керек, мына енді осындай мәселелер айтылғаннан кейін көпшілік айтып жатыр, Фейсбукте айтып жатыр, әр жерде мынау мамандар шақырып, осындай бір үлкен бір пікірін білмекші, ортақ не мәселе, мынандай болады, неге байланысты деген сияқты үлкен бір орынды бір жиын өтіп жатыр деп ойлаймын. Себебі мамандардан сұрау керек әрқашанда. Жеке бәрін мен білем деген болмайды ғой әрқашанда. Мен солған қатысты жиынға қатысып отырмын, менде осы келіп көрмекшіміз, әр жерді көрсетіп жатыр, әр жерден Өзбекстаннан келген өзіміздің мамандар, басқалар деген сияқты. Бізден де әдетте мынандай ғой, біз жасадық, бұл жерде ешқандай бір кемшілік жоқ сияқты, анау мынау көрінеді, бірақ енді барлық жағдай кейде ескере бермейміз. Сондықтан кейде бір кемшілік кетсе, кемшілікті мойындап, осы дұрыс істемедік деп сол мамандардың пікірін тыңдау керек, көру керек, таразылау керек. Мәдениет және спорт министрлігі жанындағы мәдениет комитетінің төрағасы Роза Кәріпжанова бастаған отандық және шетелден келген ғалымдар мен мамандар кесене бөлмелерін аралап, күмбездеріне дейін көтеріліп, ескерткіштің сақталу жағдайын көзбен көрді. Сондай-ақ бірқатар өзекті мәселелерді өзара талқыға салды. Я доктор архитектуры, профессор, архитектор-реставратор с опытом работы в теории и практике реставрации более 40 лет. Я хочу сказать, что вот этот памятник, построенный некогда по заказу Амира Тимура, он, конечно, я его называю шедевр шедевров и гигантский гигант, потому что он действительно очень большой. Вот такого купола 18 метров 20 сантиметров нет нигде в Центральной Азии. И потом его никто не превзошел. В последующем строили купола, там 16 метров в Бухаре, есть другие, которые сохранились. Но сохранившийся купол, он один в Центральной Азии. И действительно, это шедевр. Действительно, он достоин быть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
Если раньше это памятник на территории Казахстана, но мы, так как связано это с Амиром Тюрым, считали, что это наш общий памятник, то теперь, когда он вошел в ЮНЕСКО, это памятник, который принадлежит всему миру. И поэтому мы должны его достойно сохранять. И эта заинтересованность, любовь к этому памятнику у многих народов, и у узбекистанцев в частности. У нас есть большие объекты, которые построены именно в это время, именно этим же человеком, полководцем, таким государственным деятелем Амиром Тимуром. Но так как у нас более сейсмичная зона, там 9 баллов, у вас здесь 6 баллов. Может быть, это помогло. Может быть, личность самого Ходжа Ахмада Иссави, такого вот суфийского шейха, святого человека. Здесь у вас памятник сохранен хорошо. Вот. Конечно, любой памятник, которому лет 600 уже, который такой огромный, имеет конструкции, несет очень тяжелый купол, 2 купола там больших. Вот, конечно, он будет со временем уже рушиться, и время, и все прочее. Его до сих пор хорошо сохраняли. Это еще в 30-е годы Засыпкин и другие реставраторы, ваши местные, очень хорошо работали. Мой руководитель первый на моей кандидатской, Лея Юлина Маньковская, она даже защищала кандидатскую по теме, как его реставрировать и история реставрации памятника. Сейчас мы увидели проблему, что грунтовые воды снизу и осадки сверху. Эти проблемы решаемы. И очень хорошо, что сейчас вы собрали. Этому опыту мы друг у друга учимся. Ваш этот опыт мы должны взять в Узбекистане тоже, чтобы собираться на каких-то шедеврах и обсуждать вместе. Потому что одна голова хорошо, а 2-3 лучше. Меня попросили, и я вот сосватывала вам, так сказать, одних из лучших представителей этой профессии в Азербайджане. И привезли мы с собой из Узбекистана тоже лучшего мастера потомственного. Это династия по реставрации в Бухаре, Бахтияр Бабамурадов. Мы из Узбекистана приехали все члены ИКОМОС, и мы прекрасно знаем, как надо сохранять памятники ЮНЕСКО. И я думаю, что мы своими скромными советами, надеюсь, что поможем сохранению этого объекта. Но надо сделать что? Надо усилить дренажную систему, надо оставить канал постоянно действующий, который не так вот время от времени смотреть, какой уровень грунтовых вод. Один колодец оставить, который постоянно следит за уровнем вод, как этот, да, есть такие технологии. Вот, воду отвозить от памятника, залатать там, где протекает, там уже на сталактиты пошло, потому что у вас идет, это все памятники, не думайте, что только у вас, в Узбекистане та же самая проблема. Снизу, Арал куда-то ушел, снизу идет вода, агрессивная, соленая, эта соль потом проходит через кирпичи, и она разрушает эти кирпичи, и таким образом мы можем потерять памятник. У вас это не грозит, у вас не критическое состояние, можно этому помочь. Но сверху, конечно, надо найти, где это протоки. И самое главное, использовать традиционные методы реставрации. Не злоупотреблять цементом, бетоном. Это одно из главных правил сейчас в реставрации. Я думаю, что будет много еще других советов. Это мой скромный совет. Изначально, сейчас мы ближе познакомимся, пообсуждаем. И за эти 2 дня, я думаю, в какой-то степени будет выработана концепция следующих шагов в реставрации этого памятника. Расында ғасырлардың куәсі болған киелі мекендегі сәулеті келіскен кесененің жағдайы көпті алаңдатып отыр. Халық арасында нысанның айналасын көгалдандыру мен оны суару, және субұрқақтар салу, ұлғалдануға әсерін тигізуде деген пікірлер бар. Оның салдарын ғалымдар да жоққа шығармайды. Алайда ғылыми зерттеулер мен нақты себептерін анықтау маңызды дейді мамандар. Халықаралық семинардың басты мақсаты да Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің сақталу жағдайына қатысты мәселелерді сараптап, талдауға бағытталған. Жомарт Бегімбет, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.